Так, скажи, пожалуйста, что ты делаешь сейчас? Что за палец? Ржавчину счищаю с машины. Ну, подкрашу еще, может быть, там года на два хватит. Ну, помоги, Господи. Давай, трудись тебе, ехать, да. Как это везде лезет? Под машину, под топор, то лежит ему мало. Вот Володя тащит. Ему сучки обрубать. Козырек-то убери-ка свой, то у меня прямо мешается. Во. Ну а мы дальше будем шкурить. Разложили сейчас кучка, это которые кривые, а там более-менее прямые. Ну, сено у кого корова. Корова только в трех домах тут сегодня есть. Барабаш сегодня в городе нету, ребята на поле, никого нету. Зашел к Янчукам, Люда говорит, никого дома нет. Василиса на пастбище пасет. Вот. Хозяин-то я не знаю где. Поехал к Кустиновым. Но эти не отказались, но ремонтируют машину. Я говорю, а где дед-то ваш, Вова? На шабашке. То есть где-то что-то делает сын Андрея, видно. И там нужно электричество провести, я так думаю. Я говорю, ему скажи, что пришел сюда. Кто-то бы догадался нам вот то, что мы делаем для коров. Я проверил. Может, сливы, говорю, нам дадут. Такой легкий намек. Представьте, какие мы тут бревна ворочаем. А коров-то там нашей нету ни одной. Вот так. Так Господь позволил вчера нам добыть. Думаю, посчитал правильно. Это где-то около 50 столбов. Столбов нет, мы обедняли столбами. Просто обедняли. Это мы делаем из клена. Клен обычно кривой всегда. Редко когда прямой попадется. Начинаю вот отсюда. Ну нам без разницы. Это клен, это не береза. Ну все, дальше обрывается. Вот так. Я теперь попробую, у меня нож есть такой, как тесак. Вот такой. Он очень хороший для того, чтобы. Ну, видишь, вот так. Это топором-то тяжелее, вон и какой. Во. Ну, вот так вот помаленьку будем обихаживать столбы эти. Отдельная операция, разделить. Отдельно сучки кто-то рубит, отдельно шкурить. А потом уже, если это столбы, надо еще промазать от работы. Да он оторвется. Вот которая новая, то есть молодая, там легко отбирается. А вот это нет. Вчера срубили, она прямо как присохшая. Я не знаю почему. Старая, видимо, как всегда. Крепко держится за старые привычки. За старую одежку. Больше не ведет. Опор много не надержишь, он успел. Рука не имеет и даже ложку не можешь держать. Я никогда не видал, чтобы Осипов трудился.
Или Смирнов таскал, как мы вчера, землю, дорогу. Никогда никого не видел. Ни одного. Те, которые там красуются. Ну, вера здесь делает. А какие дела? Ну, причищать я еду. Ну, какое же это дело причищать? Это ни одного таланта не надо. Для крещения не надо и здесь не надо, как Златоуст говорит. А чтобы обратить душу, нужны тысячи талантов. Человек смотрит, как ты работаешь. Я говорю, в поте лица, вы устарели. Это верующий мне говорит. Сейчас это не так. Человек за компьютером тоже работает. В поте лица он не может быть. Как не может быть? А переживания. Учитель, не слушают священники. Апостол Павел, корифей мысли, шьет палатки. Я не думаю, что он сидел просто так, дремал над этим. Не хочу, чтобы быть в тягость. От своих трудов пытался. Руки мои сии послужили мне. Вот такое дело. Так что не просто работать, а видеть, что Бог тебя благословляет. Как его возьмешь? А я вот так вот подрубаешь, а потом отсюда вот так. Все. Слава Богу. Да, слава Богу за все. Аллилуйя.